свободы. Мы немножко про это уже я рассказала вам, про три цифры, да, пульс, систолическое давление, диастолическое давление. Мы уже немножко поговорили. Расскажем, какая бывает, да, типы гипертонической болезни, стадии. Бывает первая стадия, легкая. Это когда давление примерно вот 140-150. Легкая стадия. Бывает вторая стадия, умеренная. Вот сейчас рассказывали. Там бывает 160-180, да, давление. Кто-то ходит каждый день с давлением 160. Вот. Там уже обязательно пить лекарства. Каждый день. Если первой стадии там еще назначают иногда, да, иногда пить там при повышении до 140 и выше, то при второй стадии там прям только лекарства. Причем каждый день надо принимать, если 160 поднимается. И есть еще третья